представитель России Дмитрий Прудов. Дмитрий в маске Джокера. Ну что ж, посмотрим, какая из сил окажется сильнее. Продолжению боя готовится Андреа Росси, Италия, город Генуя. Андреа, 31 год. За 5 лет занятий салватом провел 31 бой, одержал 22 победы. Давай, Дима! Вон, очистал. Как это было?
берегов Белого моря Дмитрий Прудов, город Архангель, Дмитрию 19 лет. За 4 года за ВАДом провел 49 боев, одержал 41 победу. Анатолий Мазгун, Константин Мартынов. Браче, Андрей, браче, Андрей, браче, Андрей, Андрей, финиш, браче, браче, Андрей, 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 браче, Анд
поединки, матчевые встречи сборной Европы, сборная мира. Победу единогласным решением судей одержал саватист Саперинского полуострова Росси Андреа. И награждает депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Николаевич Серов и генеральный директор общества за граничной ответственностью единоборец Александр Анатольевич Журавлев. Итальянцы в России! И дай Бог, чтобы у нас в Питере больше было участников таких боев. Андрей. С победой! С праздником! Спасибо! Андрей Росси, он уже в третий раз приезжает в этот торгово-развлекательный центр «Радуга», проводит свой третий поединок.